Можно я угоню эту машину? Нет, это полиция, ты что гонишь? Как нет? Нет, можно же. Нельзя. А я разрешаю. Не разворачивайся. Можно я разобью эту машину просто в дребезги? Ты будешь потом... Не то, что можно, ты это сделаешь. Я это обязательно сделаю. Давай шути, я не умею шутить. И где полиция? Я жду. Ага. Не тут. Оу. Ты пошла. Если машину потеряешь, падение тебя убьют. А можно было это раньше сказать? Нет, куда идешь? Там, да. Там. Отпусти. Тебя я умоляю. Знаешь, если любишь, отпусти. И тогда все будет хорошо. Все, я от воды ушла. Не шоу и так. Ой, как она красивая. Прям как я с утра. Что? Нет. Машина красивее. Я обиделась. Там вот, горы. Лети. И не вспоминай меня. Кстати, лети. Тебя могут ограбить на этой дороге. Как? Ну, если... Я же девушка, вы чё? Они же не знают. Если видишь, что за тобой гонятся две машины, и кричат в чате: «Остановись, Витя, Витя, надо выйти!» А как это сейчас? Ну чё, какой летсплеер? Ты лучший летсплеер. Пишите комментарии, я вас всех люблю, целую, всем пока. Здравствуйте всем! А с вами спутница жизни и верный товарищ Смайло. Что за теплица? Тут помидоры, надо маму позвать, ей понравится. Давай, давай сделаем так. Иди еще. Я еду. Еще. Едь. Еду. Едь. Налево. Налево, лево, не вперед, а не лево. Знаешь, лево, да? Лево. Ладно, жалко машинку, поэтому я 3 раза продаю. Ну, просто все это время вспоминала, где лево, да? Неправда. Обиделась, я тебя обиделась. Все, иди на вот эту метку. А как? F? F, да. Мы стой, зайди обратно. Потом весь бензин сейчас потратишь. И глуши мотор на 2, нажми. Давай, так, розовенький или красненький? Розовенький или... Нет, я все-таки девочка, но не настолько. Подожди, что? А он стоит 1300, мне не столько денег. Ну я, как обычно, все самое дорогое выбираю. Подожди, подожди, иди к этому, что рядом. Ай! Вот эта дверь. Я помню. Сколько стоит? Короче, у нас нет денег. Ну, с собой нет. А если я беру в аренду, но не возвращаю, это хорошо? А он пропадает. Он исчезает? Да. Вот это магия в них Хогвартса. Смотри, он прикольно смотрится. Можно я угоню эту машину? Нет, это полиция, ты чё гонишь? Как нет? Нет. Можно же. Нельзя. А я разрешаю. Не разворачивайся. Только сказала. Хотела сказать, хотя тут сложно врезаться, но врезаться в тебя не сложно. Ей не нравится моя прическа, почему у меня нету кудри, говорит. У тебя в реале же есть кудри, а в игре нету кудри. Поэтому мы идем менять волосы сегодня. Давай, садись за руль. Сейчас направо. Где право? Направо. У полиции ты прям все так это делаешь, опасно. Я вчера красиво ехала, не надо. Вчера ты минуту назад ехала красиво, что-то запись пошла, и ты все столбы твои. Это был скутер, это машина, это разные вещи. Ладно. Короче, едем прямо, прямо, прямо. Ю-ху! Прямо, 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 прямо. Ой, ё-моё! Ты меня убить решила? Прости! И теперь как надо до машин добраться? Ё-моё. I believe butterfly. Простите, мне пожалуйста, не специально. Да, я знаю. Я что-то посмотрела на карту, куда мне сейчас. Не заметила, что там. А я зачем тут навигатором работаю? О, машина тут. Она тоже подъехала немного. Он умер? Ой, так я почти рядышком уже, да? Да, да. А как я пойму, что мне нужно остановиться? Где она? Ну, меточки, все, остановимся, минуту остановимся. Надо припарковаться. Да, припаркуемся. Ой. Прямо у магазина. Нет, подождите, я красиво припаркуюсь. Все. Сейчас, я пока не припаркуюсь.
я не успокоюсь. Оп! Ты, о! Ты знаешь, что на красной нельзя парковаться? На красной? На красной бордюр. Вот так можно. Серьезно? Да. У меня в городе нет красного бордюра. Мне неоткуда это знать. Ну, он лысый. Вот делай из лысого красивого, не знаю. Вот на тебе мышку в руки, клавиатуру в руки и делай. Пионушечку. Вот там есть, видишь, прическа. Вот такой, как тебе? Именем. Давай. Мне не очень нравится. Он какой-то... чмошник. Конечно, мне кажется, мы останемся на моей прическе. Вот если обрезать вот здесь вот, а тут и тут усики, будет Гитлер. Не, давай кудряшки, мне все равно, пусть какие бы они ни были. В смысле? Нет, кудряшки. Не, ну там может еще есть какие-то, и смотри дальше. А сколько я хочу? Что это вообще такое? Ну кудряшки, кудряшки тебе нравятся. Просто знаешь, кто-то чихнул волосами ему на голову. Как по-моему. Что это такое? Ужасно. Мне нужно поговорить с теми, кто придумывал. Что за раз какашка, два какашка, три какашка. Это похоже на петуха. Ну вот, он есть. Нет моих кудрей там. Твои кудри вот рядом со мной сидят, но они... Ну вот их нет в игре. Нет, давай я хочу найти те. Все, вариант... Это что, цвет? Цвет, короче, и можешь типа перышки делать. Нет, ну мне не надо светлее, мне надо. Нет, так где и смотри дальше там есть. Не хочу. Тоже черный, я не черный. Ты не черный, ты коричневый. Угу. Вот так. Бородка делай. Бородка. Посмотри, какие варианты есть. Нет. Сразу нет, спасибо. Грудь, тебе не нужны волосы на грудь. Не надо, я не хочу волосы на грудь. Иди брови делай лучше. Ой, сейчас будет разогнаться тут можно, конечно. Ты видишь? Самые широкие. Да куда ты смотришь на меня, смотри? Он, кстати, постоянно так смотрит, это будет проблема. Идем линзы, а то уже цвет глаз. Хорошо, давай. Карие глаза, глаза карие, карие. Губы нужны. Не обращайся. Так, ладно, помада. Хочешь помаду? Нет, и нельзя, видишь? Макияж. Макияж, ну зачем? О, вот эта дамочка. Вам взять не нужен? Тебе нравится такой, да? То есть... Непонятно. Да. Почему у него очки? Я не хочу очки. Ну, будем снимать очки, но... То есть, так оставим, да? Оставим. Уверена? Да, мне кажется, он потом все равно это переделает на то, как было, и все. Ну, стоит денег, поэтому посмотрим. Ладно. Ну, да ты еще больше на тебя похож. Я не такой. Ну, конечно, у тебя в жизни лучше еще намного. Очки снимаем. Угу. О, получше смотрится. Ну, очки вообще не подходят. Кто выбирал эти очки? Ты? Нет, Клау забирал. Что-то я еще хотел, не помню что. И, короче. Уф. Мне... Уф. Мне нужно верхнее-то. Пальто тут есть, короче. Давай, смотри. Может, не пальто, может, что-то другое выберешь. А можно так сделать? Нет, к сожалению. Бывает жизнь огорчение. Ничего тебе не нравится. Ну и посмотрим на что, может. Хорошо. Вообще, фу. Нет. Это как будто какой-то пузатый лысый дядя. Ну, сколько богатый. Волос на голове. Это слишком дорого стоит, даже не смотри. А он мне не нравится. Да ладно. Да. Да ладно. Фрак, нет. О, дубленка! Обычная. Кстати, цвет можно менять, если что. Ничего страшного, мне не надо. Я люблю классику. Это не я пукаю, это стул. Что тебе понравилось больше? Вот этот пиджак мне понравился. Угу. Строгое пальто и белый пиджак. Какой из них хочешь? Что я надел? Не знаю. Чувствую себя, как будто выбираю пиджак на Алиэкспрессе. Значит, тебе нравится пальто? Нет, не знаю, мне нравится пальто, но сзади мне он не нравится. Я в комментариях говорю, да, вот забила, да, пальто. Пиджак, блейзер открытый. Ну, дай бог, в принципе, можно из ГОС купить и не париться, искать на площадке. Угу. Покупаем? Давай. Точно? Да. Карта. Все, тогда у нас пальто. Я не знаю, пиджак вот он. А, блин. Я не могу надеть рубашкой. Серьезно? Но ты будешь таким особенным. Это обидно.
Его нельзя надеть на... А я говорила Алиэкспресс. Блин, зря купили пиджак. Давай продадим. Зачем только что купили? Видишь, сколько у меня хлама, блин, тут нужно все выкинуть. А зачем тебе столько джинс? Я не их покупал, у меня остались это завещание тети. Дяди папы. Дяди папы, да. Родственника по маминой линии со стороны сестры. Ирина потратила мои деньги, а теперь пойдет зарабатывать их обратно. Не знаю. У нас это не так работает. Все по-честному. Ты потратила, ты и заработаешь обратно. Я не плачу, это слезы. Мне что, работать надо? А будем мы работать на дальнобойщике, да? Нет. А что ты хочешь? Вот есть еще инкассатор. Да, тебе это все не знакомо. Для меня это все одно и то же. Ну, есть настройки, но там ты будешь долго работать. Ну все, нормально. Еду. Поехала. Если застрянешь, то все. Все. Дальнобойщики помогают дальнобойщикам. Но не этот. Я тебя запомнила. Да. И взад, и взад. Еее. Ну-ка попробуй сесть сейчас за ней за руль. Будет. Сейчас увидишь, я все сделал. Ну да, вроде видишь, Коля колеса стоят на это. Коля колеса. Коля колеса. Ой, пока он сядет сейчас. Включи мотор. Я помню, не надо мне говорить, я же помню, я все помню. Ух, ну мопед застрял. Хорошо, нет, смотри. Теперь больше так не делай. Так кто делает такие проходы, когда дальнобойщики ездят тут? Тут очень медленно надо ехать. Не, ну про костюм ты ложенул, я что знала, что там надо натерся. Ладно, про волосы, заработай мне на волосы обратно. Так, что, тебе волосы не нравятся? Нравятся. Давай на волосы подержимся, если не нравится. Ты иди куда идешь, 200 с чем-то. С тобой мы до вечера заработаем хоть 1000. Я забыла, что я работаю, я так поехала. Катаюсь, да, просто? Да. А я пытаюсь договориться о покупке дома. Вот мы молодцы, я работаю, ты договариваешься. Потом вместе тратим деньги, а потом я опять их работаю. Упс. Это машина виновата. Я застряла. Ты понимаешь, что тебя тут никто не спасет? И что делать теперь? Я только отвлекся немного. И ты уже вверх ногами. Так эти маленькие машинки так лезут под колеса. Ну пускай лезут, ты же их можешь просто задавить. Да, так они меня туда и ввели. Зачем этот бордюр здесь? Вам вообще не нужно. Строители там понастраивают всякое раз. Смотри, что я умею. Это как так? Ай, люблю. Какой ты молодец. Ну а если бы... Подожди, я еще не закончил. Я закончил. Все. А если бы не я? И все? Больно. Кристи, давай пошутим хотя бы. Что-то мы просто едем. Работай, работай, смотри на дорогу. Меня обижают. Меня заставляют работать. Ой. Назад. Я не привыкла с такими габаритами работать. Пропусти женщину, пропусти женщину. Ты же понимаешь, друг. Ну все, тут я поеду, хорошо, я уже. Только сказала. Я уже привыкла. У тебя, кстати, есть еще и поворотки. Поворотники. Прикольно, их деньги. На 6 и на 4. Направо, направо, направо. Ты со своими 6 и 4. Это видите, смайл меня сбил. Направо. Поворотники, поворотники. Сильно они мне нужны. Направо. Ой. Вот так. Ну, вверх тормошками. Ой. Спасибо, поддержал. Но я перевернулась бы. Ой, вот это карусели тут, конечно. Это опасно сейчас. О, есть! Получилось! Получилось!
Это все с опытом приходит, ребята. Все твои подписчики играют лучше меня. Тормози. Он тебе помог. Ой, ё-моё. Уходи, пока тебя не видели. Куда мне надо идти? Прям правильно. Через них. Да, убил человека там. Куда мне идти? Прямо. И направо. У меня дорога просто. Закончить. Да. Сейчас тебя платьишко теперь. Титочек. Спасибо за просмотр. Ой, это не я. Целую, обнимаю.